Скончался 1022 год. Еще до войны. Серьезно, что ли? Да. Нифига себе. А вот смотри, сколько мест еще. Кстати, вот здесь тоже могилы. Вот только они уже, ну, утраченные. Нет. Вот смотри, знаешь, сколько тут места стоит? Несколько миллионов. А можно и бесплатно. Да, да, да. Втихаря. Типа, да. Как это, ну, ты смотрел «Бандитский Петербург» сериал? Да. Да? Вот там этот Вальтер, он закапывал людей, ну, ему привозили трупы. Вальтер? Он, ну, погоня, кличка была такая у чела, ну, у работника кладбища. Я знаю, я не могу. Ну, это, типа, как вымышленный герой. Понимаешь? Ну, короче, смотри, подготовленная яма, могила. Ему привозят труп. Он подхоранивает, а потом туда уже официальное захоронение. Понял, да, получается двойное захоронение. Тут, кстати, тоже может, до революции тоже мутили так. Чагин, 1923-1990. О, крест. О, видишь, расфигаченная. Родился 16-го. О, ничего себе склеп. Сейчас сходим. Подожди, подожди. Императорской России 1911-1917. Ну и походу, ну, видишь, последний морской министр, а потом революция началась. Понял, да? 1904-1905. Да, будет воля твоя.